Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч Саудовской Аравии против Мексики. Обязательно пишите в комментариях ваши прогнозы на эту игру, интересно будет потом почитать и сверить с реальными результатами. Итак, Саудовская Аравия и Мексика. Разбираем эти команды перед вот этим матчем, перед третьим туром. Саудовская Аравия сейчас делит вторую строчку вместе со сборной Аргентиной. У них по 3 очка. Ну а мексиканцы идут на четвертой строчке. У них одно набранное очко. В случае с этими командами ничего пока что не ясно. Ясно только одно. Кто сегодня победит, может хорошие шансы набрать на то, чтобы выйти в плей-офф. Потому что в принципе, в группе С сейчас все команды могут выйти в плей-офф, и от этого больше для нас, для обычных любителей футбола и зрителей, интересен сам исход, потому что и матч Польша-Аргентина, и матч Саудовская Аравия-Мексика будут друг на друга влиять. Поэтому здесь мы просто, наверное, должны насладиться футболом именно в нашем прогнозе и посмотреть, кто все-таки одержит победу, вот на кого именно предполагает FIFA, вот на чью победу. Пока что мы видим, как 3-0 ведет сборная Мексика уже к 31-й минуте. Ирвинг Лозано забивает этот мяч. Ну и в принципе можно было такое ожидать, потому что Мексике терять нечего, им нужно бежать в атаку. Ничейный результат их не будет устраивать, а Саудовскую Аравию может, в принципе. Если Польша обыгрывает Аргентину, то даже ничья позволит сборной Саудовской Аравии выйти в раунд плей-офф. Ну а пока что очередной гол, здесь уже Рауль Хименес с обновленным геймфейсом в каком-то обзоре, когда мы записывали, у него еще не было геймфейса, и он вот у нас был лысеньким таким. Ну вот сейчас счет уже 5-0, 65-я минута матча, мексиканцы куражатся, мексиканцы показывают атакующий футбол, хотелось бы этот атакующий футбол наяву тоже посмотреть. Пока что у мексиканцев, к сожалению, ни одной победы. Сыграли в ничью со сборной Польшей и проиграли сборной Аргентине. Ну, вот очередной момент и очередной гол Мексики. Счет 6-0. Хименес забивает очередной мяч. Ну и пока что Мексика набирает 4 очка, и все будет зависеть от матча Польша-Аргентина. Но вот пока что победа Мексики 6-0. Друзья, на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.